И всем привет, мои маленькие любители трейда, с вами как всегда Куника Престос, как всегда на моем канале. Сегодня у нас 37 трейдов, давайте начнем их смотреть. Нюхай соли, будет кайф. Не надо нюхать соль, мама даст пиздюлей. Просто радуйтесь жизни без всякой хуеты. Дальше, 8 кристаллов и все. На этом все, как бы, спасибо большое. Прекуния, желаю удачных трейдов и большой хуй. Забыл написать в жопе. Я это не буду обменивать, потому что я лучше на это на соль поменяю. Дальше, ну, также то же самое, такой же ответ. Дальше, что у нас тут? Ну, тут ради правды, типа, я им даже должен переплатить. У меня никакого стикера здесь нету, редкого флота нету. Но мне просто такую мелочь трейдить, ну, камон, мне это нахрен не надо. Очередной долбоеб, который пытается спиздить скин. Не знаю, вот хоть кого-нибудь когда-нибудь спиздили, вот, ну, реально, у кого-нибудь хоть раз украли такой, ну, таким вот способом скин. Напишите в комментариях, реально, может, кто-нибудь знает таких долбоебов. Дальше, здесь человек мне делает размен, мне в минус, а в минус, потому что кейс этот продолжает падать, ни в коем случае этот кейс не трейдите, если только вы не хотите его сейчас открыть. Дальше, 1250 на 1400, но здесь какие-то наклейки, но опять же, они не особо такие уж и дорогие, чтобы я хотел их себе. Дальше, за 102, за 102 соли я трифона не отдам. Следующий долбоеб, ну, стартрек, платина немного поношенная, да, спасибо, идите нахуй. И еще один подгончик от меня, я это отклоняю, сейчас покажу почему. Давно хотел нож, но я 100% уверен в том, что ты откажешь, так как нет смысла обменивать ширп на 110 рублей за нож, который стоит 30. А знаете, ему для жалости не хватало себе засунуть мертвого котенка в очко, блять, заснять видео, как он его высирает, и еще мне надо, блять, отправить в ВК и сказать, что у него был выкидыш, блять, чтобы было более жалостливо, потому что, бля, ну я знаю, что мне так хуево, но ты знаешь, я вот мечтал, а, блять, если ты мечтал, ну, блять, подожди день-два, нахуй, выбери ножик, там у меня есть ножик дешевый за 4000, блять, ну нет, я хочу как бы за 30000, ну вот, я понимаю, что ты не примешь, блять, иди ты нахуй, ебаный в рот, бомжи, блять, червонец просит, и то более жалостливо, блять, ну это реально пиздец какой-то. Держи соль и оцени инвентарь. Макс уже тоже не раз ко мне добавлялся, друзья. Даже, по-моему, пытался со мной трейдиться. Кстати, тезка. Вот, ну, естественно, инвентарь оценю, в друзья не приму. Привет, Кунька, можно этот фон? Да, забирай, в принципе. Удачных трейдов и поменьше тех, чьих ты маму ебал. Ну, короче, чьих матерей ты ебал. Ну, спасибо, спасибо большое. Так, дальше, что у нас тут? 26 кристаллов на фон за фон на... сука. 26 кристаллов за фон 25 рублей. Это один к одному. То есть у него один кристалл, один рубль, да-да. Охуенное предложение, идите нахуй. Привет, Кунька, оценишь инвентарь, плиз? Привет, конечно, ценю. Я люблю это дело. Особенно беру там людям расписываюсь, типа, блин, давай-то затрейдимся тогда или тому подобное. Эх, жалко, фон не отдал. Ладно, хуй с ним, держи просто так. Какой я фон не отдал? Не знаю, короче, просто так, ага, понятно. Я не просто так, а потому что у тебя задержка отклонил. Дальше, 530 на 561, здесь стикер, это и как бы человек идет нахуй. Дальше, что у нас тут? Флот 018, кстати, помню, я в каком-то видосе сказал, что на АВП красной линии флот 018 не такой уж драгоценный, потому что их дохуя. Ну, просто сказал, что не такой уж драгоценный, и чел мне начал предъявлять, вот ты за 0.18 там что-то на азиму и просишь. Я как бы человеку объяснил, что долбоеб, блядь, раскраска как бы тоже роляет. 0.18 флот, извините меня, на, там, не знаю, блядь, на африканской сетке бабочки. И 0.18, блядь, на кровавом паутине. Пиздец, как разница, блядь. Переплат за флот. Ну и также здесь 0.18 был дохуя и больше выпито. За них никто почти переплату не дает. Там максимум 10-20 рублей и все, блядь. А наклейки мне просто нахуй не нужны. Это вся соль, которая у меня осталась. Надеюсь, не отменишь. Удачи в трейдах. Блядь, братан, продай просто этот кейс, накупи себе дохуище типа, всяких таких фонов. Я просто кейс не принимаю. Привет, Кунька, держи карту, как ты и просил. Немного соли и хлама. Можешь ждать, пожалуйста, фон. Хорошего настроения, удачных трейдов. Ну, вот действительно, хлама ты накидал гораздо больше, чем фона. Ну, чем кристаллов, мне спасибо. За 40 кристаллов, за 400 на кристаллов, за одну карточку, нет, спасибо, не хочу. Дальше у нас тут что, 120 за фон. Ну ладно, забирай, хуй с тобой, золотая рыбка. Я как понял, тебе под аватарку надо. Читание, красный фон, красная аватарка. Вот, человек просто берет, дает соль, просто дает карточки. Вот это красавчик. Но опять же, я понимаю, что у каждого свои возможности, для кого-то и 10 соли задонатить, это уже неплохой результат. Ну, здесь долбоеб с дефолтными какими-то недорогими наклейками, на мои Кёльн 2014, плюс там холла даже какая-то есть. А дальше 567 на 974. Ну, здесь типа какой-то стак золотых наклеек, но мне как-то похуй, до свидания. Хотя, по-моему, блядь. А по-моему, может, я и лоханулся, и может, наклейки-то, блядь, дорогие были. Там, по-моему, наклейки по 1200, или я проебался. Я проебался или нет, вот что мне интересно. Ну, блядь, погрузись. А, не, 74 рубля, пошел нахуй. Все хорошо. Так, дальше у нас 60, ну, кристаллов, блядь, я такую красоту же 60 кристаллов не отдам. А долбоеб на черный список, естественно. Дальше 23 рубля на 27, почти одно и то же, блядь. Ты почти попал, почти угадал. Здесь 5 рублей на 3 рубля, блядь, братан, просто продай их нахуй и купи то, что хочешь. Ну, точнее, купи себе такой фон. За, блядь, 1100 кристаллов, дорогие, ёпты, забирай нахуй, вообще. Ни в чем себе не отказывай, блядь. Просто забирай и радуйся, братья. Дальше здесь, ну, вот смотрите, да, 1100 кристаллов, либо вот 3 вот такие хуеты.
Вот, опять же, черный, ну, котенок вот этот черныш ебаный уже был в нашем выпуске. Я его когда-то давным-давно закинул в черный список. Ну, как вы помните, я решил людям дать второй шанс. И он, как и остальные, многие не оправдали его и сразу отлетел обратно. Ну, не сразу, а с первого же трейда отлетел обратно в черный список. Опять же, 1100 кристаллов. А, там, походу, отлетел этот трейд. Не получилось пиздить у тебя фоны, поэтому держу эту хуету просто так, блять. Я могу отдать один там фон, но, опять же, мне кристалл. Мне вот эти карточки, они, честно, нахуй не нужны, потому что мне вот именно кристалл нужны, по большей части. 18 рублей на сколько-то там, давайте посмотрим, есть ли тут стикеры, мало ли. Я люблю всякие стикеры случайно отклонять. Нет, здесь стикеров нет, поэтому отклоняем. 549 на 545, конечно, блять, 5 рублей переплата достойно, блять. Вот, видите, 84 кристалла за этот фон, или же, блять, 1100 кристаллов за этот же фон. Понятно, что я выберу, да? Дальше, что у нас тут? На P250, Катавица, 2015, да, есть она у меня, 500 рублей стоит, блядь, спасибо большое, охуетительная еще переплата, блядь, достойная нахуй. Так, ну это осталось подтвердить на телефоне, по отправленным история, что у нас тут? Ну, это я с челиком, с лоуболером пытался затрейдиться. Ну, он меня лоуболит, я его залоуболил. Ну, и этот пидорас, короче, взял, отклонил трейд. Вот, я не понимаю, типа, сам кидает трейд, я ему отправляю его в стиме, и он отклоняет. Я таких человек, ну, таких людей сразу добавляю в черный список и в стиме, и на скинсвайпе. Потому что эти предметы я специально не трейдил, мне прилетали на них предложения. Неважно, хорошие они были или плохие. Но из-за этого долбоеба я их день или два держал у себя в инвентаре, чтобы обменяться с ним. Поскольку здесь мне был плюс. Естественно, когда чел такую хуйню творит, я беру и добавляю в черный список, дабы он больше никак не мог со мной контактировать. И, кстати, вот по поводу этого лоуболера, блять, люблю заходить таким на стены. Я не знаю, он почистил свою стену, не? Эх, хуй его знает, а не зайдем к нему, блять. Не заходит. Не знаю, почему, спасибо Стиму, блять. А мне нахуй Стим вообще завис, да? Алло, проснитесь, нахуй. Короче, отвис нахрен Стим, да и хуй бы с ним. Я, по-моему, ничего не обменял себе. Интересно, у меня ничего не прилетало. Ну да, здесь паракордик вы уже видели. Это вы видели вчера. Это мне откуда? Ладненько, народ, на этом у меня сегодня все. Ну ты, блядь, загрузись, нет. На этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео или стримы. Напоминаю, все ссылочки будут в комментариях. Ну а с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем пошек подружек, аккуратных тиммейтов, дорогого шмота. Всем удачи, народ.